Президент футбольного клуба ПСЖ, катарский бизнесмен Насер Аль-Хилаифи, подозревается в даче взятки в 2011 году во время конкурса за право проведения чемпионата мира по легкой атлетике в 2017 году. По версии следствия, Аль-Хилаифи санкционировал перевод более 3 миллионов евро на счет Ламина Диака, тогдашнего президента Международной федерации легкой атлетики. Под подозрением также член совета директоров ПСЖ и глава катарского телевизионного холдинга Be-In Юсеф Аль-Обейдли. Адвокат Аль-Хилаифи Франсис Шпинер отвергает все обвинения, выдвинутые в адрес его клиента. По его словам, деньги были легально переведены как плата за право телевизионной трансляции и получение статуса официального спонсора. Стоит отметить, что право проведения чемпионата по легкой атлетике в 2017 году получила Великобритания. В Катаре чемпионат пройдет осенью этого года. Ламин Диак отвергает обвинения в получении взятки.